Знаешь, я согласен на любую сборную. Только главное, чтобы там был золотой голкипер. Почему? Как эта судьба работает, блядь? Хочу с Мозом играть первый тур. И второй, и третий. Конечно, блядь, давай я так сразу, нахуй сыграть. Ну что, друзья, всех рад приветствовать. Стартует первый тур Кубка Фиферов. Если вы смотрели мой прошлый видеоролик, то увидели, я приобрел себе футболку со слонами. Нашел шарф Кот Эдуарда. Лес Элефантс, ребята, лес элефантсов. Короче, лес слонов. И сегодня, друзья, я встречаюсь с Мозом, и я вам отвечаю, судьба злодейка. Я меньше всего хотел себе серебряного голкипера. И тут бац, мне выпадает Фофана. 69 рейтинг, самый худший голкипер на Кубке Фиферов. Я меньше всего хотел встретиться с Мозом, даже иронично шучу о том, что я хочу играть каждый тур с Мозом. И мне попадается Моз среди миллиардов шариков, как это возможно? Я не верю в это все. Это шутка, я живу в Матрице, я не верю в эти совпадения, ну не бывает такого. На этом Кубке Фиферов, друзья, у меня нововведение. Теперь вы можете отслеживать мой пульс, как вы видите, он уже 129, матч не начался, а я уже, блин, на 129 пульсе лечу. О, Квасик в помощь. Эволюции, друзья, у нас новенькие вышли. И Ая Туре 94-й теперь у меня. Касуноу тоже 94-й. Я решил сегодня отыграть на аккаунте своего подписчика. Состав у вас перед глазами. Куча эволюций. Вот этот тип вообще сомнительный. Как и этот, они не играют на свои статы. Короче, эволюция — это полный обман. Поэтому придется рассчитывать на вот эту вот тяжеловесную атаку Алер и Дидье Драгба. Ну и состав Моза, я смотрю на него, и что-то мне страшно, пацан. Как будто бы его Польша выглядит поинтереснее, чем мои ивуарийцы. А, он нашел эмблему Польши, чё? А, у него еще и форма сборной есть. Так, смотрим еще раз на состав Моза. Топовый голкипер, сумасшедшая защита. У него еще нападение апгрейднулось, чё? Так, ну чё, друзья, от судьбы не убежишь, как говорится. Поехали. Let's go, давай начинай уже, блядь. Главное не торопиться, быть готовым к тому, что Моз меня будет душить всячески. Он знает, как я не люблю такой стиль игры. Блять. Да, ага. Я к этому был готов. Подача. Это что такое? Голкипер! Да, что-то пока какая-то возня, пацаны. Так, у меня вратарь бомж, пацаны. Нельзя, нельзя давать бить. Пиатек с травмой. Блять! Да подойди к мячу, вратарь, блядь! Так, что он будет? Опять эти переводы делает, Моз! Че ты меня бесишь? Бля, пиздец, он просто заебет меня этими переводами. Так, держим. Блядь! Нет! Голкипер! Да, блядь, голкипер! Блядь, ну пиздец! О, вот он, первая атака, пацаны. Так, Драгба, 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 Драгба. Угу, почему у меня Драгба на фланге? Так много вопросов и так мало ответов. Хорошо, подачка. Мы тоже умеем навешивать штанга, сука! Блядь, Драгба. Да что было? Блядь, штанга, блядь, попадается. Блядь. Пиздец, блядь. Ну, пацаны, не надо было сейчас забивать. Так, давай-давай, Заха. Заха бежит. Заха бежит. Здесь можно вот так. Дальше, крутимся. Ой, хорошо. Дальше. Дальше, Драгбинский. Драгба! Ну! Ну! Да блин, да как это не реализовывается? Фу, пиздец, блядь, пацаны, два момента уже стопроцентнейших. Так, 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 держим, держим, держим. Он опять будет вешать, это его тактика. А, блядь, у него тоже штанга. Хорошо, 1-1 по штангам, пацаны. Ой, блядь, пацаны, пацаны, ребята, как же тяжело играть этой командой. Просто еще когда этот Моз, блин, 3 часа таскает этот мяч туда-сюда. Выиграй, выиграй, хорошо, давай. Вот так. Да блядь! Давай, давай, забросик, хорошо, на Але. Але, Але, бежит. Куда дать? Блядь, какой же он деревянный, сука. А, ладно, хорошо, так вот делаем. Драгба! Ну! Что за удар? Блять, ну что за удар, поторопился, надо было принять. Чё ты стоишь, давай играть, блять. Пробуем еще одну подачу. Не вышло. Туре, выиграй вверх, сука. Блять, какая же душная хуйня, бля, просто пиздец. Держим, хорошо. Давай, давай, Заха. Заха, Заха, Заха бежит. Заха, пожалуйста, R1 врубаем. Прострел, вижу. Блять, ну добей! Ну что это, блядь?
Третий супер момент мы не забиваем. Как этим дерьмом, блядь, забивать нахуй? Давай, пробуем. Блядь, хуйня какая-то. Ну все, блядь, ГГ, блядь, ну ёб твою мать. У меня часы уже пищат. Похоже, вы жестко упали, блядь. Я не знаю, что делать, блядь. Ладно, хорошо, матч еще не закончен. Мы летим во второй тайм. Блядь, этот ебаный Оле здесь оказался. Давай. Блядь, ладно. Бля, как он сел в защиту, пиздец. Давайте попробуем лонгшот. Так. Так, мост не души. Мост не души. Бля, как... Сколько, блядь, он этих переводов за этот матч сделал? Он же все рекорды, нахуй. Мыслимые и немыслимые побил. Этими переводами ебучими. О, давай, 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 Заха. Заха. Заха, входит. Дальше. Дагба! Бля, ну пацаны, ну это пиздец, блядь. Ну я не знаю, блядь. Ну как мне забить четвертый момент уже? Блядь, ну сука, ну вот как мне против таких соперников играть, у которых, бля, вратари есть, блядь. Блин, пиздец. Ну я в ахуе, просто в ахуе, пацаны, блядь. Дрогба, давай, потолкайся, хорошо. Хорошо, есть ли справедливость в этом мире, друзья? Сейчас мы... Оле, пожалуйста. Блядь, ну это пиздец, пацаны, ну это пиздец. Я не знаю, блядь, ну... У меня сейчас нахуй... Блядь, я не знаю, пацаны, я просто не знаю. Блядь, еще от меня отскакивай. Ну еще опять делать перевод, блядь. Ну это просто невозможно, нахуй. Давай, 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 забегай. Дрогба, забегай, забегай, забегай. Хорошо бежит Дрогба. Ну, блядь, ну почему такой? Ай, бля, 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 пацаны, пацаны. Блядь, он опять этот перевод. Меня сейчас, блядь, тильт нахуй будет. Ты заебешься своими переводами. Блядь, пацаны, пацаны, пацаны. Надо что-то делать, блядь. Хуёвый отскок. Ладно, хорошо, мой мяч. Пожалуйста, блядь. 70-я минута. Мост вообще нихуя не может делать. Он ни разу к моим воротам до сих пор не подошел, блядь, чтобы вы понимали. А я просто, блядь, хуярю в его голкипера. Он опять эти переводы делает, заебешь, блядь. Бля, как он заебал, нахуй. Ну, пацаны, ну это пиздец, блядь. Блядь, ну это просто, блядь. Ну что это такое, блядь? Как нахуй против этого играть, блядь? Блять, охуенно, он хотел лонгшотиком меня пробить, блять, просто пиздец. Nice try, как говорится. Блять, ебучий Алер! Короче, нахуй этого Алера, я, блять, в next туре перехожу на второй аккаунт свой. Это невозможное дерьмо. О, давай, давай, пожалуйста, ну, бля, ну справедливость, ну должна же быть в этом мире, блять. Ну это пиздец просто, ну что, с кем я играю, блять? Ну что это за говно, блять? Ну просто 90 минут я наблюдаю, как он переводы делает на своей половине поля. Давай, давай, Заха, лети, пожалуйста, пожалуйста. Ну хоть что-то хорошее должно в этом матче произойти. Сюда вот, Кисье, Кисье. В дальний. Блять, ну как, ну пацаны, ну это пиздец просто. Блять, я не знаю, блять, как мне этот КФ отыгрывать, пацаны, блять. Как мне этот ебаный КФ отыгрывать, блять. Когда, сука, голкипер гондонский, блять, у всех хороший стоит, блять. Ну это пиздец просто. Ну я просто не заслужил, блядь. Мост, блядь, ровно 0 раз подошел, блядь, к моим воротам за второй тайм, блядь. Просто 90% времени перепасовывался на своей половине поля, блядь. Сучий гондонский вратарь, блядь, все нахуй вытащил. Че, ебанутый, что ли? Все, соперник ливнул, пацаны. Рейдж какой-то у Моза. Все, победа, не ебет, блядь. Соперник сдался, нахуй. У Моза выключили свет, пацаны. Мне похуй, я играю, блядь. Я просто играю, блядь, мне похуй, блядь. Я играю, блядь, мне похуй. Ему выключили свет, это не мои проблемы. Вот я ему сейчас забил. Все, 90-я минута была, первая атака, сразу забиваю. Мне похуй, блядь. Че, блядь, с лицом Мос, а? Все хорошо, блядь? Все хорошо, блядь? 2-0, пацаны. Бля, ну почему вот так вот нельзя было начать, блядь, первую катку? Я не понимаю, блядь, почему? Двигаю. Бля, этот задрот еще в зеленый ТФ и бьет. Я в ахуе, блядь. А, ну посмотрите, что он пускает. Ну, бля, вот вы на полном серьезе вот верите, что я что-то смогу показать. Ну, вы посмотрите, что он пускает. Ну, это просто пиздец какой-то, блядь. Короче, мы с ним договорились, до 85-й тянем. Я ему отдаю мяч, и катка продолжается с того момента, где у нас все оборвалось.
Ну вот смотрите, какие у него моменты тащит вратарь, блядь. Ну как я, блядь, должен вот на равных играть с такими типами, у которых вратари есть, блядь. 85-я минута, Моз ведет в один мяч. Теперь у нас матч продолжается. 1-0 как будто бы держим в голове. Фул в атаку, прессинг. Вот вам и фул в атаку, нахуй. Давай-давай, боли, хорошо. Так, кофе. Хорошо, давай-давай-давай, беги. Ну, блядь, этот Алер сучий. Этот Алер сучий, пацаны, пожалуйста, давайте, ну сделайте что-нибудь, 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 пожалуйста, выиграйте вверх. Блять, 89, офсайд мой, возможно, моя последняя атака, пацаны, возможно, моя последняя атака. Дилда какой-то хочет выйти, давайте, давай, последняя атака, пожалуйста. Ну, блять, дай доиграть, сука. Короче, все, я не хочу участвовать на этом кубке FIFA, пацаны. У меня тильд ебаный, сука, ты играешь, блядь, просто с пустыми ебаными воротами, блядь, никаких нахуй сил нет, блядь. Это просто, блядь. Чё-то уебать нахуй хочется, блядь. Еще этот мозг, блядь, со своей охуительной игрой, блядь. Бля, я не знаю, я в тильде, блядь, сука. Почему на весь Кот-Дивуар нет ни одного хорошего голкипера? Иди нахуй, блядь. Ненавижу тебя, блядь, просто ненавижу, блядь. Просто, блядь. Все, всем спасибо за внимание, пацаны. У меня, блядь, нервный срыв, я рот ебал, блядь, просто не знаю, что мне делать.